Здравствуйте, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел поговорить о пошаговой RPG, которая называется Blood Bravos. Выходила первая часть, а это Blood Bravos 2. В данной игре мы будем управлять различными персонажами. Вот у нас три персонажа, вот у нас поле боя. Нам нужно победить этих врагов. Каким образом мы вообще будем драться, как все поединок при этом выглядит? Мы вот так вот тапаем, и наши, так сказать, персонажи встают на поле боя. А тут сделан такой принцип, этот камень, ножницы, бумага, да, какой, например, как я понимаю, например, лук может перебивать там коня, или вот меч перебивает лук, ну, типа того. И рандомным способом, в зависимости от этого, мы, так сказать, атакуем наших врагов. Мне игра понравилась, во-первых, достаточно стильно нарисована, красиво все сделано, анимация, все на высшем уровне. Как вы видите, различные специальные атаки мы можем с вами использовать, различные молнию, и добиваем мы чем? Льдом. То есть все три элементала мы используем и побеждаем. Вот и смысл данной игры. Игра на английском языке. Мы постепенно будем перемещаться, зарабатывать различные деньги, кристаллы, которые будем, так сказать, срабатывать после боя. Так, наши различные подсказки объясняют, как еще в данной игре играть. Видите, за тавтологию. Так, вот мы различных юнитов, которых сможем побеждать, мы можем их, так сказать, к себе брать. Так, чуть не может сконнектиться, извиняюсь, сейчас еще раз. Странно, какой-то глюк произошел, к сожалению. Я быстренько загружу ее. Прикольная такая игра, необычная. Достаточно увлекательно сделана. А вот у нас опять карта. И вот опять поединок, которым с вами сражаться. Очередной враг, которого надо завалить. Как я понимаю, тут достаточно много будет различных классов воинов, да, которые мы завоевываем. Ну, много различных штук интересных. Поэтому, если вам данная игра понравилась, то всем советую в нее сыграть. Так, теперь по оценкам. По музыке поставлю 4, по управлению 5, потому что тут вообще пальцы не надо, просто тапаешь, ничего делать не надо. По графике сделаю 4, поставлю 4, потому что очень красиво все нарисовано, все вот эти вот картинки персонажа, хоть, конечно, не трехмерная графика, но мне очень сильно понравилось. Вот такая интересная игра, вот, всем советую в нее сыграть. С вами был Android Androidыч, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч!